Вот. Hello there. Дай я его ножом. Прыгаю на дрон, типа меня вверх отталкивает, помоги мне дрону. Вот, мне кажется, это ключ к решению нашей проблемы. Непонятно, зачем тут дрон, но разработчики продумали все. Притом, тут как будто можно по горе, блин, подняться, я не понимаю, почему он не поднимается. Илюха, да! Так я говорю, дрон непонятно, зачем в этой игре нужен, но... Это как солитер Windows, понимаешь, он нужен, чтобы тестировать функции, находить пути решения в винде с помощью вот этой хер... Почему я раньше не додумал с дрона взять, чувак? Мы столько времени потратили на этой хер... Ладно, погнали. Камера. А ты понимаешь, какая это камера или нет вообще? Нет. Это вторая камера. Он сожрал, убежал, да? Да. Мне кажется, он... О, слушай, тут вышку вот я нашел. Да. Аптечка. И все. В смысле, а тут только один предмет обычно всегда? Ну, я однажды заходил, было три. Давай вот здесь тоже камер с капканом поставим. Мне когда у нас капканы закончатся, то есть мы будем ориентироваться на вышке в любом случае. На вышке мы можем беспрепятственно всаживать несколько пуль в этого чувака. Вышки это ключ к этой игре. По сути, смотри, есть механика костра, но она нужна для другой карты. Да. А эту карту она тупо нагружает. Притом эта механика, по-моему, появилась еще до того, как вышла вторая карта. Слушай, а если, например... Первая. Дома. А не, он просто на камеру сел жопой. Ты видел это? Да. Не, все-таки ему насрать на то, как камера стоит. Ну что ж, мы запечатлели этот антип. Он тупо, знаешь, сейчас по всем камерам пробегает и сжирает, потому что он голоден. Да. Илюх, ты где? Не бросай меня. Решил поиграть опять свой эти? Да. Ты, кстати, не продамажил его, когда меня вытаскивал? Не-не-не. А если ты, типа, будешь мертвый, я тебя дроном подниму? Что? Что ты собираешься? Я не знаю, как это работает, но вдруг. За это ничего нет. Лежал бы ты лучше бы нас в зоне видимости дрона. Увидел бы что-нибудь интересное, как к нам подбегает какой-то мух. Приземлился ты знатно. Погнали дальше. Ты вдоль реки хотел, да? Да-да-да. Слушай, а лодки не на той стороне случайно? На той стороне, но мы вон там перейдем. Вон, я вижу лодки. Я не помню, просто есть что-то на переправе или нет? Блин, меня чуть течением не снесло отсюда. Ну, мы уже проверяли, если бы прыгать, то можно разбиться. Да я знаю, мне поэтому и страшно. Не хочется больше тратить на это. Прикинь, ты сейчас одно ударился и сдох. Да, тут вода, но это в образном смысле, так скажем. Ты же видел, как Йети бегает по дну здесь? Я вот об этом и вспомнил сразу. Нашел что-нибудь? Да что, вообще пусто. В смысле, ничего вообще? Вообще ничего не было. Батарейка есть для камеры. Отличненько. А камеры нет? Не. Илюх, твой левел знатно вырос, видимо. Я так понял, вот когда мы в самый первый раз играли, у нас было столько лута, что бас можно. А мы этой возможностью не воспользовались, начали прыгать с скалы, и игра нам отплатила тем же. Это было весело. Это было офигенно, я не спорю, конечно. Но теперь весело не нам, а эти. Кому-то же должно быть весело. Так, ладно, вот здесь где-то что-то было, по-моему. О, вот да, лагерь. Есть, да? Так, тут тоже должно быть много чего. Я нашел пули. Пустая сумка. Камера ночного видения. Отлично, ничего не нашел. Ну, я пули все... нашел, уже неплохо. Еще одни пули. В смысле, сколько у тебя пуль сейчас? Не знаю, потом посмотрим. Возьми костер. Давай обойдем вокруг. Илюх, блядь, это лиса. Кстати, лиса бегает, и она бегает через забор. Все, я иду. Не, кстати, камера на том видео не прикольная штука. С ней хорошо видно в ночи, чувак. Тут просто этот туман. Так что? А, мы один только наш. Типа, есть тут что? Это для нашего друга камера ночного видения. О, капкан, смотри, ты на нее чуть не наступил. Че, стоял капкан? Да. Все-таки это не волки расставляют, да? Ну, видимо, да. А разделиться было не лучшей идеей, брат. На первый. Ну, он далеко. Вообще на чили, посмотри на него.
Блин, он так смешно идет вообще. Как Руслан, все верно, блядь. Он такой, пойду-ка проверю этот дом, они явно там сидят, там свет горит. Погоди, Илюха, Илюха, ты смотришь на него? Сейчас. Так. Илюха. Но! Илюха, мне страшно. Офигеть, какие у него ноги, посмотри, он просто... Нет, он жмет больше меня ногами. Стреки бицепс у него, офигеть просто. Офигеть. Вот смотри, сейчас как будто это оригинальное фото, едь, вот прямо сейчас как будто. Вот такие фотки в интернете постоянно везде. И он шел, кстати, по-моему, в нашу сторону. Так, короче, мы зачем его ищем? Мы хотим узнать, как он тренируется, чтобы стать таким большим. Как... Да, нам нужно его убить и украсть его программу тренировок. Он носит это где-то в своем загривке. Хотя изначально он спит полотенце из... Ну, это вообще не важно. Полотенцами можно пренебречь, а вот программу тренировок... Я реально говорю, где-то здесь... Ну вот, я иду вдоль скалы. Оно может быть и не в скале, а как типа тот лагерь монстр, помнишь, который мы нашли? Давай я вдоль скалы иду, а ты... Блин, сюда ебало. Блядь, Серёжа. Илюха. Я его слышу, но я его не вижу. Ты такой бежал далеко. Помнишь нашу тактику? Бежит к бате, я врубаю фонарик. Он, по-моему, и на меня тоже бежит. Не, очень плохо из листвы видно, это жесть. Так, ты лутайся, я пойду посмотрю, что там сзади. И патроны. Сейчас мы сделаем рокировку тогда, распределим. Ну, тут что, сигнальные факелы, посмотри. И что, ты не можешь взять, что ли? Не, могу, я просто. Где я? Ничего не вижу. Так, сегодня не будем... Вот здесь вот. Где? Вот, вот тут вот. Вот. Hello there. Ты типа в мусорку решил их положить, да? Специально для меня? А, давай рокировку сделаем. Сколько у тебя патронов тогда? У меня 10-37. Давай мне 5. А сигнальных у тебя сколько? Для слежки, ты бы да. Так сказал. 9. Всего 9? Да. У меня 10-20. Сколько тебе дать? 10 получается. Да. Так, сигнальных ракет у тебя сколько? 7. А, давай мне одну тогда. Так, сигнальных факелов у тебя сколько? 4. А, ну поровну. Прикинь, у меня костров 5 из 4, офигенно. Аптечка у тебя сколько? 5 из 4 костров? Одна аптечка и 2 костра. У меня, короче, 4 аптечки. Чего? А ну-ка сюда, на базу. У тебя сколько? 1. Я тебе тогда одну еще дам. А так, а у тебя сколько? Ты мне 2 дал. Подожди, сколько у тебя сейчас, блядь, понимаю? Я не понимаю, что-то у меня сейчас 3, но я тебе дал. У тебя 3 аптечки? Ты мне дал 2. Я тебе отдал обратно 1. Хочешь прикол скажу? Я тебе дал 1, и теперь у меня все равно 4 аптечки. Так, подожди. Давай опять поиграем в эту игру, мне нравится. Сколько у тебя их сейчас? 2. Так, смотри, я тебе даю 1. Блин, 3. Давай я тебе обратно 1 подожди, потом я тебе еще 1. У меня сейчас 3 аптечки. И у меня 3. Блин, ну ладно. Как-то забагалась, одна точно появилась. Красиво. Так, ну вроде все. Ножей у тебя сколько? 5. 6. Ой, Илюха. Я сигнальный факел вязаю. Блин, закрой дверь! Так я. Блять, Илюха! Он меня так через закрой. Все, он убегает, убегает. Он меня достал через окно. Так я знаю, поэтому я хотел выбежать и сигнальным факелом. Блин, ты если делаешь что-то, ты мне тоже говори, потому что мы потратили с тобой в 2 раза больше факелов. Так в смысле, если ты делаешь что-то, блин, у нас просто нет на это... Короче, все, давай, сейчас ты зажигать будешь всегда факелы, пока он нас бежит, а я буду стрелять. Окей. Потом у тебя кончится, я буду зажигать, ты будешь стрелять. Потому что это... Так... Пойдет, неудобно. Может мне тебе все пули тогда дать, а? Чтобы ты просто потом уходил, типа, Серый, я пойду здесь по дороге, а ты там иди, и он, короче, на меня. Можно и так. Слушай, ну сейчас мы, блин, хорошо играем, на самом деле, у нас и припасов до хитрых, даже 6 аптечек. Мы, кстати, сейчас идем ему навстречу, он нас сейчас опиздит опять. Не, он убегает быстро, ты забыл, он сейчас, наверное, на другом конце карты, там, Малафит. А чем идем в эту сторону, мы не хотим налево пойти? А мы же не были вот здесь, вот тут где-то что-то было в этом маленьком рудименте, который на карте. Погоди, я что-то не понимаю. Вот нам сюда, наверное, нужно. Блин, енот!
опять убегает. Да, хе-хе, бой. Ты не забывай, енот это вкусняш. Так, вот здесь вот очень близко волка будто. Да. Блин, еще один. Я не вижу ни одного. Ну хоть одного видишь? Нет. Он просто в ухо воет. Может они под картой? Ты тут взял что-нибудь? Нет, там ничего не было вообще. Не знаю, посмотри, я не особо смотрел, потому что... Волк, побежал. Вот, кстати, на карте где-то здесь пещера есть. Должна, по-моему. Нам надо ее найти, чувак. Возможно, она внизу где-то. Может спускаться тогда? А, вот как спуститься так, чтобы не сдохнуть? Пойдем сюда, тут не надо прыгать. О, смотри. Вот, смотри, видишь, старая шахта написана. Вот. Да. И куда нам? Вот сюда, что ли? Вообще, вот слева дорога есть. Мне кажется, она показывает туда. Не вниз. Вот, не, иди сюда. Ну, по логике, это вот туда она указывает, вот эта дорога. Ну. И чё вы? Ну, шахтёр. Да не в эту сторону, серый. Вот же дорога. Иди меня, я не понимаю. Ну так вот, я не знаю, просто мы там были, это дом шахтёра. Нет, старая шахта здесь, она где-то должна быть. О, наконец-то дождь заканчивается, а то у меня уже рак мозга, так скажем, из-за этих звуков. Блин, тут такие текстуры, что можно в них застрять, и мне так страшно становится. Вначале боялись эти, теперь текстуры. Любая инди-игра, блин. Что-то я не особо наблюдаю. Пещера. Чувак, я упал. Да оно где-то здесь, блин, я тебе отвечаю, я видел на карте, я помню. Ко мне! Что значит к тебе? На 11 он где-то. Илюх, посмотри наверх. Ты ебал, что знаю, ты что там делаешь? Да. Куда он бежит? Я... Всё, на 11 где-то. Я вижу. Илюх, тебе пизда. Я вижу. Сжигай, Серёжа. Факел юзай. Факел. Ты юзай, тебе нужно. Юзай, факел. О, подожди, а, стой. А, он спускается. Забагал! Стреляй ему в голову! А вот ты и пойман. Ну все. Пизда. Давай только по это, по 10 патронов оставим. Да ну как? Да потому что мы не убьем его сразу. У меня осталось 14 патронов. Давай, когда у тебя 10 останется, ты скажешь. 10. Слушай, сейчас подожди, я в него попробую слететь, не стреляй. Ой, слушай, эти патроны тоже. У них хп. Прикинь. А. Давай их тоже 10 оставим. Илюх, короче. Всё? Да. А теперь подожди, сам. Подожди, дай его ножом. Да. Давай, Илюха, давай! Это была отчаянная битва не на жизнь, а на смерть. Это просто я выживший. Вообще, можно все патроны потратить, чтобы... Это что-то слишком простая игра. Илюха, а ты не веришь, что его можно со всех патронов убить? Смотри, не вообще. Изи! А почему по звуку он живой? Ну, потому что мы его оставили в живых, чтобы привезти в наш Санкт-Петербургский зоопарк. Бигфут. Мы, кстати, не нашли все трупы, чувак. Да. Урон по Бигфуту 500, то есть у него всего около 1000 здоровья. Это, да. День 4, 4 капкана, 4... Блин, вообще использована одна аптечка просто идеально. Да. Вот я тебе говорил, вот люди так игру и проходят, этот сраный. Тут нет ни баланса, ни...
короче, просто. Че, вторую карту? Блин, мне кажется, персонажам также стоит вести эти специализации всякие. То есть, ну вот крутим их, типа, на выбор. Ну еще какая разница вообще быть.